сообщает ТАСС, что глава Чечни Кадыров встретился с Шойгу. По повышению эффективности спецоперации они обсудили меры. Кстати, вот Игорь Гиркин Стрелков в своем Телеграм тоже уже откликнулся на эту встречу, прокомментировал. И поскольку со своей страстишкой клипов записи справиться я не могу. И сейчас посредством клипа этого понять людей, способности, когда в хвосте начало, то в голове мочало. Да. Умеет Стрелков подколоть. Произвожу замеры.